Постоянно дергает корпус Гаджи, это нокдаун. Минус баллов в этом бою. Ой-ой-ой. Подходит к нему Тимур. О, да, напропускал. Вот это победа у Андрея. Ярчайший бой. Просто. Его задача будет подойти, сократить дистанцию. Ой, опасно. Вот хороший момент для молчана Андрея. Да, сейчас среагировал он. Постоянно дергает корпус Гаджи, да. Это нокдаун. Пропустил. Но поднимается молчан. Очень плотно. Так, сократить дистанцию. Сейчас вставил правую руку. И это еще один нокдаун. И, возможно, бой надо заканчивать. Уже много пропустил Андрей, не получается у него. Но встает Мовчан. Характер есть у парня. Стоп, все-таки стоп, да. А Назар это боксер. Да, это боксер. Любитель. Ну, да, я все-таки думаю. Ух, ой, хорошо. Попадает Андрей. Да, файтер достает. И пошла рубка у нас на мешках. Да, и сразу пытается реваншироваться Назар. Двойка и второй. Вот удар попал. Налетает Андрей с дальней руки. Достаточно видно. Хорошо, сейчас Назар. Там апперкот ставил. Неплохая, да, комбинация. И опять хорошо, сейчас два Андрей прошли. Ух, Назаром виду нокдауна. Да, но тем не менее показал нам тот... Да, и Андрей в концовке очень хорошо себя проявил. Сейчас вот очень это хорошо идет. Попадает. И это также нокдаун. Да, и бой у нас здесь еще ничего не решено в этом бою. И видим, что Назар не может встать. Вот да. Это да. Напропускал. Вот это победа у Андрея. Ярчайший бой. Просто вырвал победу. Вырвал, и это ему многого стоило. Алексей еще не родился. Вот. Плотно. То в качество не переросло. Ой, вот ничего себе. Вот, хорош. Если так будет продолжаться, то... На апперкот сейчас Гаврилюк пытался вытянуть. Встречные удары. Вот и сам Гаврилюк присаживается. Не знаю, был здесь нокдаун. Ой-ой-ой-ой-ой. Хороший удар. Прям на этого ярчайшего противостояния. И первый раунд показалось то, что был больше за Гаврилюком Алексеем. Ой. Ну и второй раунд у нас начинается очень активно. Опять с рубки. Вот хороший встречный удар справа. Немножко подустали все-таки. Ой-ой-ой-ой, вылетает капа у Серика. И тут много Гаврилюку сейчас все шансы доработать. Не знаю, умышленно ли нет предупреждения. Проблема с капой. Не первый раз он этот удар справа. Ой-ой-ой, зацепил он Алексея. Вот это биг драма шоу. И правильно, Алексей клинчуется, выкидывает. Силы у Серика осталось намного больше. И работает хорошо сейчас Серик по корпусу. Чувствует эти удары Алексей. Но отвечает, сам Алексей, и вот опасный включается. Размен. Ему немножко дотерпеть. Стоп! Минус балл. Бой. Да, здесь много могло быть минус баллов в этом бою. Ох, какой встречный удар от Алексея. Четко встретил Алексей. Гаврилюк Алексей. Ой-ой-ой. Очень правильно работает, заступает за передний ногу оппонента. Вот, а вот сейчас на прямой серии прямых Андрей ударов зашел, да. Не остается на линии атаки. Вот сейчас
вот это. Ой, хорошо попал. Прям поплыл Мансур. Я думаю, что это нокаут. Все, да. Это нокаут. Это нокаут. Точно вставил Андрей Огарь по прозвищу Блэк свой удар. Ну и, друзья, уверен, что еще увидим мы яркие поединки от Огаря Андрея. После таких нокаутов нужно немножко прокапаться какое-то время, не сразу выходить в бой, потому что очень опасно, что да, обычно голова уже будет не так держать удар. Обычно после таких нокаутов требуется полгода. Известный Артем Лобов. Ух, итак, и начинает у нас казахстанский боец резво. Извиняюсь, Виталик, перебиваю. Но очень ярко действительно начинается этот бой. И сегодня уже дрались. Тема. Да, и, ну и мы видим, как много сейчас там ивентов. И в том числе и Махач должен в какой-то момент пройти в Казахстане. Ну, а стоит отметить, что Беляк Тимур, я комментировал. Комментировал пресный к нему с первого боя, приковано внимание. Ух, и прошел в корпус хороший правый. Да, плотно попадает. Смущает его звание соперника. А вот тут уже Беляк отвечает и еще раз попадает на входе. ММА так ломал руку один раз. Вот именно пробив по корпусу, да? Именно в... С нокдауном первый раунд закончил казахский спортсмен Беляк Тимур. И пробить боковой удар, но его оппонент это видит. Вот сейчас как раз было попадание и... Подходит к нему Тимур. И пропускает. Очень плотно пропускает. А это о том мы все да и говорим, почему отличие от бокса. Здесь очень сложно закрыться полностью. Кулачные бои пролетают все равно кулаки. Да, и вот стоит это подметить. Леонид уклонился и сейчас отлично нырнул. Видишь, как хорошо работает. Да. Ух, через плечо. Да, и поплыл сейчас. Леонид еще не восстановился. Еще не восстановился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Семь. И все, да. Метис идет вперед. Олег пробил сейчас джебом. Ух, 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 в любительском стиле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Встретил. Работаем. Ну, заклинчевал вовремя. Дает. Нельзя. Водные ручки держит. Ох, правый прямой все-таки пошел так, как надо. И здесь через руку сработал. Я с тобой согласен. Здесь совсем все по-другому. Виталику нужно стоять, он перестал работать ногами. Просто поднял. Шел вперед и начинает подавливать. Виталик все-таки включил свои ноги. Стоп. Все. Виталик все докидай. Не восстановил. Ожидаемых поединков этого сезона. И как важен. Ты знаешь, я только... Саня, конечно, нереально. Особо опасен в первом раунде. Я только... Еще туда же левый боковой. Я хотел перед этим сказать, что если лев в мешкогоне, то это настоящий ураган.